Ребята, мы снова получили от Антона посылку с разными деликатесами. Сейчас в условиях санкций, которые наложены на нашу необъятную страну, это самое. Хорошо, когда есть отечественный производитель, и мы ни на кого не надеемся. Ты будешь пробовать? Хорошо. Это что у нас за колбаса? Пленочку снимем. Вкусная. Колбаса выдержана 7 месяцев. Сделана по испанской технологии. У нас в России. Эту колбасу я тебе сейчас пожарю. Ты что? Да. Так, пока жарится у нас колбаса, мы попробуем оленину. Ароматы жареной колбасы. Будешь пробовать? Посмотри, какое темно-бордовое мясо. Маринованное. И очень нежное. Эта колбаса сделана по ГОСТу, как в СССР. Будем пробовать с горчичкой. Ты будешь? Горячая? Острая горчица? Да, очень. Сейчас оценим. Я сразу вернулся в Советский Союз. Ребята, Антон отправляет свою продукцию по всей России и странам СНГ. Сейчас у него скидка 30% на всю продукцию. Так что переходите, заказывайте. Ссылочку оставляю. Мы советуем от себя хотя бы раз в жизни попробовать этот великолепный продукт. Уверяю вас, вы будете в шоке.